В освобожденном от армянской оккупации культурной столице Азербайджана, городе Шуша, спустя 29 лет впервые совершен намаз по случаю праздника Рамазан. Как передает канал 13, праздничный намаз был совершен в мечети Юхары Гевхарага под руководством полномочного представителя председателя управления мусульман Кавказа, религиозного деятеля Гаджи Шахина Гасанлы. После праздничного намаза Хаджи Шахин Гасанлы произнес хутбу. Были прочитаны молитвы. Он сказал: «Поздравляю весь наш народ с праздником Рамазан. Это один из самых знаменательных дней в исламской религии. Но сегодняшний день для нас особенно знаменательный. Сегодня у нас двойной праздник. Ведь мы совершили праздничный намаз на священной для нас земле, в нашей родной Шуше. Это великое историческое событие. Мы много лет мечтали об этих днях, ждали, когда они наступят. Наши сны стали явью. Эти чувства невозможно выразить. В Шушу вернулись ее истинные хозяева. И мы сегодня в мечети Юхары Гевхарага в Шуше с чувством гордости говорим: радуйся, Шуша, из твоих мечетей уже слышны звуки азана. В твоих мечетях уже совершается праздничный намаз». Особо подчеркнув, что азербайджанская армия завоевала историческую победу в Отечественной войне, Гаджи Шахин Гасанлы почтил светлую память шахидов, отдавших жизни за освобождение наших земель и территориальную целостность нашей страны, выразил уважение и соболезнования их семьям, родным и близким.